Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Ну что, ежедневная награда, естественно, забираем сразу же, быстренько. И выполняем задачи. Так, пройти серию испытаний. Ну что, погнали, быстренько пробежимся. Армагона возьму, Леонардо. Также возьму, наверное, Супер Шредера, плюс Усаги и Ваньку Стиранка. Хотя можно было бы и Бакстера прихватить, но... Я думаю, Ванька тоже хочет погулять немножко, поэтому я взял его. Так, ну что, размазня, будем драться или семечки щелкать, а? Так, ну что, Змейковьюн готов уже, я так понимаю? Естественно. Как горячий пирожок развалился. Также этот робот, ну и мадам-учитель. Ты смотри-ка, еще что-то брыкается мне. Ванюша, давай, молодец, красавчик. Ушоркал ты ее. Так, ну что у нас тут? А у нас тут с тобой мутагеноид плюс крип. Естественно, мы сейчас немножечко в уязвимость приведем. Угу. Давай, наверное, крипа все-таки замурыжим. Интересно, мутагеноид погибнет от постепенного урона или нет? Давай проверим. Ничего не сделать, ребят, придется добивать. Просто хотелось посмотреть, он все-таки погиб бы или осталось у него немножечко бы здоровья. Ладно, победа за нами, здесь двигаемся дальше. Прошли мы с тобой поединки, нам нужно что? Забрать награды и открыть колоду. Давай посмотрим, колода-то у нас есть? Есть. Открываем колоду, и тут у нас ничегошеньки не выпадает. Хорошо. Ну а теперь пошли в поединках драться. Значит, переходим на... Макмана. Плавненько, да? Где у нас Макман? Макман у нас где-то в низинах. Вот он. Навыки. Так, во-первых, прокачиваем ему уровень. Чуть-чуть не хватит. Но, в принципе, можно, ребята, 60 ему повесить после арены. Так, давай смотрим, что здесь. Нам не хватает 12 вот этих вот знаков. Так, один есть. Второй нашли, еще десяточку, да, надо, получается. Три. Так, четыре. Четыре, пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще два нужно. Девять. И десять, по-моему, все, да? Или я... Нет, нам нужно еще два. Раз. И... и два, давай. Два, все, шикарно. Так, улучшаем ему, да? До третьей ступени. Мусорный вихрь. Замечательно. Так, я здесь забираю с тобой все награды. Ну, что, ребят? Арена. Арена шепчет, верно? Верно. Но прежде чем идти на арену, давай все-таки мы с тобой добьем вот здесь два этих уровня, которые в тот раз не успели. Так, Рафаэль плюс Донни, плюс Майки. Но Сплинтера я уже брать сюда не буду. Я вам объяснял, почему Сплинтер здесь не нужен. Во-первых, у него маленький уровень, всего лишь 70-й, я не хочу его потерять. А в этих ребятах я уверен на 100%. Сотый уровень попробую еще пробить. Ну, Лео, ну что ты делаешь? Что, то не добиться от них вот этих массовых атак, то, ребята, они тут начинают жарить, причем на пустом месте. Зачем он это сейчас сделал? Ведь можно было обойтись и без этого, понимаешь? Но нет. Так, ну что, минус клан Футовец. Еще один, переходим с тобой на третью волну. Ага. Так, пробили. Рафаэль, естественно, со своей контратакой. Тут понятное дело. Минус Маузер. Минус солдат Кланфуд. И бомба. Как она там? Бомба-дымушка. Дымовая бомбочка. Так, переходим с тобой на четвертую волну. Здесь у нас Рокстеди, Крэнк. Майки делают уклоняшку, в принципе, нормально. Это толково. Так, кланфутовцы выпендриваются. Рафаэль берет еще и провокацию на себя. Тоже, в принципе, нормальный ход действий.
Вот здесь вот Леонардо, конечно, мог бы сделать и вертушку на самом деле. Вот здесь бы она была просто бы необходима. Так, Шредер получил. Этот делает иммунитет. Рафаэль, естественно, сразу контратакует. Ну, Майки ушатывает, да. Ушатал он Рокстеди. Клан Футовиц там выпендривается. Давай-давай, правильно, добиваем Шредера. Есть. Клан Футовиц упал, и остается у нас только лишь Бибоп. Угу. Ну и добивка. Переходим с тобой на последнюю, пятую волну. Естественно, запрыгиваем в этот, собственно, технодром. И здесь у нас Крэнк выползает. Ох, как же ты сейчас быстро получишь звездюлей, а, Крэнк, если бы ты только знал. Ну что, поехали. Донни делает защиту, это круто. Защита здесь как раз нужна. Так, Майки делает две атаки, великолепно. О, Лео, красавчик, на тебе с вертушки. Лишил способности нашего Майки, но это уже не страшно, ребят. Все, Донни прописал последним ударом. И Крэнк стекает, как говорится. Все, замечательно. И у нас еще один поединок будет. Но там уже придется, наверное, своими ручками играть. Потому что я что-то немножко сомневаюсь, смогут ли они все правильно сделать. Так, Шредер классика. Но он у нас есть, он прокачан. А мы вот берем с тобой этого Крэнга под контрольку. И, соответственно, вот этот весь уровень. Так, тратиться мы пока здесь ни на что не будем. Попробуем своими силами забомбить. Ничего здесь сложного нету. Грибов, слава богу, нету. А консервные банки мы с тобой потянем. Так, вырубаем. Теперь Маузер. С одной плюшки вырубили. Так, опять же, консервная банка. Ага. Выпендривается, да? Ладно. Шибанули мы ее. Так, здесь у нас 4 солдата Кланфуд. 4 солдата Кланфуд. Давай так вот сделаем, наверное. И добивка. Переходим на третью. Что у нас тут? 3 Кланфутовца плюс Маузел. Я думаю, вертушки будет им достаточно, да? Естественно. И на четвертой волне 2 консервные банки, Маузер и клан футовцы. Наверное, вот все-таки Маузера надо бомбить. Давай, Донни, отлично. Уклонение пока не стоит. Мне кажется, делать 80 уровень противников. Давай, Рафаэль, контратаку. А, он повесил всем броню. Ё-моё. Они в броне, друзья. Поэтому надо сбить вначале броню, а потом только атаковать. Так, давай-ка мы, наверное, этого сразу собьем и добьем. Так, ну что, жестянки, пора погибать, да-да. А у брони, наверное, ребята, нету срока годности, да? То есть она может, вот ты ее повесила, она может и 3, 4, 5 ходов, да, быть, пока ты ее не собьешь. Наверное, это так работает. Окей. Добьешь, Майки? Не добил. К сожалению, не добил. Ладно, Лео тогда. Ну и последняя, заключительная волна. Здесь у нас, вот они. И Крэнк тут во главе. Сделаем ярость Рафа, чтобы быстрее всю эту команду наказать. Здесь сюрикены. Прекрасно. Теперь давай, наверное, Крэнга завалим с тобой. Не хватило тебе мощей. Хил повесил, да ладно. Крэнгу это точно не пригодится. Так, еще и иммунитет вешает, да? Он еще повесил иммунитет. Опа. Соединил свои два меча. И не попал. Рокстеди, наверное, упадет сейчас. Да. Минус Шредер. И добиваем с тобой, наверное, Бибопчика. Все, ребят. И нам достается сколько там? По-моему, 2 ДНК на Крэнга. Могу ошибаться. Может быть, даже одна. Сейчас глянем. Да, все-таки одна ДНК на Крэнга.
И фармить мы можем его только здесь, как ты видишь. 5 попыток у нас есть, поэтому давай попробуем. Рафаэль. Ребята, 2 ДНК есть, плюс 1, 3. Нам нужно было 8, еще 5 ДНК нам нужно будет найти. Круто, да? Конечно, круто, еще не забывай, за это событие мы с тобой получим. То есть, мне кажется, на этой неделе мы с тобой прокачаем Кренга. Угу. Так, ну что, мы с тобой здесь повоевали, там повоевали. Пора бы, наверное, сходить и на турнирочку. Как ты видишь, Лига Сёгунов, 1 звезда у нас. Сейчас будем тут разминать бока нашим противникам. 15-19 я, наверное, возьму. Пока попытаемся, наверное, своими силенками, да, здесь подраться. Раз, два, три, четыре, пять. Есть, конечно же, опять же риски, ребята, потому что разница всего лишь там, не знаю, в 5 уровней. Враг может быть намного сильнее нас оказаться. Так, ну что, Дони? А, не Дони. Вначале нам нужно вырубить Мундагека, но у нас пониженная атака по нему, поэтому с Криса начнем. Допустим. Ну вот, видишь, блокировать будет, да? Почти всем, друзья мои, заблокировали способности. Почти всем. Это плохо. Так, давай, Дони. Жаривай. Надеюсь, постепенно урон повесишь. Блин, ну Криса не уложил, а? Так, секунду, секунду. Это опасно. Это было опасно. Ну как уже головой? Бумс. Теперь кого? Пум, наверное, Мондагек все-таки. Давай попробуем сюда ударить. Нам нужно залечить раны, друзья. Иначе сейчас поздно. Саблезуба мы потеряли. Вот еще раз, ребят, подтверждение тому, что вроде бы противник слабее нас, да? А он слабее нас по уровню именно. И в то же время он оказался сильнее. По крайней мере, он уничтожил нам одного персонажа. Мы, конечно, его тоже разберем, но мы не справились. Если бы у нас был бы с тобой какой-нибудь топовый персонаж, хотя бы один, любой, то, конечно же, мы здесь их разобрали бы просто в хлам. Поэтому, чтобы не нервировать мои нервы и не напрягать вас, мы сделаем проще. Мы сделаем с тобой нашу супер-пупер проверенную тактику, которая называется «Одна элитка со слабачками». Вы поняли, да, о чем пойдет речь? Думаю, никому ничего тут объяснять не надо. Это берется один боец элитный, топовый, так скажем, а вместе с ним берутся 4 слабеньких персонажа. И, соответственно, за счет этого мы будем сейчас просто их косить и, соответственно, проходить быстрее все эти бои. Соответственно, зарабатывай с тобой и кубки, и мутаген, который нам нужен будет тоже для прокачки. А то мы сейчас с тобой будем там один бой проиграем, второй бой проиграем, и ни к чему хорошему это не приведет. А так мы с тобой быстренько даже проберемся. Возможно, даже до Лиги Мастеров мы опять с тобой дойдем. Такой шанс есть. Может быть, даже и дальше. Берем Армагошу. Тут достаточно брать одного. Одного элитника. Потому что уровень пока 51. Вот если бы уже был бы 65-67, я бы еще подумал бы, стоит ли брать против них одного элитника, да, и вот таких вот слабеньких. Там бы пришлось брать двоих, скорее всего. Например, Армагон и Леонардо. Или, например, там Супер Шреддер и Зек. Или там Супер Шреддер плюс Джастин. Ну, что-то вот в таком роде. Или там Бакстер Стокман плюс Усаги. Вот такая порядочность будет. А здесь, пока они 50 уровня, естественно, Армагон, Усаги и все остальные, они справятся в соло. То есть берем, например, опять же с тобой Бакстера Стокмана, да, сотого уровня, естественно. Тут уже о многом говорит сотый уровень. Все-таки разница, извини, в 48 уровней между нашим противником. Естественно, мы его в порошок просто стерем. Главное, чтобы Бакстер Стокман сделал ход. Но так как уровень у него сотый, да, даже несмотря на то, что инициатива, может быть, немножко проигрывает, он за счет уровня, естественно, ходит первым. Постепенно урон, как ты видишь, на всех повесился, поэтому эти ребята уже не жильцы, но нам приходится все равно их добивать. Тыч, молодец. Даже Крэнк успел выпустить свой шипастый шар из руки.
Ну что же, двигаемся дальше и смотрим, на какую позицию мы с тобой переместимся. С 80-й на 55-ю. Ну, в принципе, неплохо. Вот только мне хотелось бы уже получить 15-21. Ну что, ага, 16-21. Все, все, я понял. Берем с тобой Дони и Шреддера. А зачем мне Дони и этот? Мне одного Шреддера здесь будет за глаза. Он-то знает толк в массовой мясорубке. Естественно, свои шипы сейчас высунет. И все, ребята, и они поплывут. Спокойненько, тихо. Вот так вот. Ну что же, двигаемся далее. Двадцать девятая позиция. Шестнадцать, 21. Есть. Так, берем Ваньку. Раз, два, три, четыре. Окей. Слушай, а Ванька, я Ваньку взял, а сейчас думаю, сижу. А вдруг Ванька сейчас фейлит? Да нет, не должен. По идее, да? Ну-ка, давай-ка проверим. Ну, есть небольшие косячки, но это не страшно. То есть, он не такой сильный, как тот же самый, например, Леонардо или Супер Шреддер. Есть силенка у него, но чуть-чуть проигрывает. Так, ну что, перейдем? Нет, не перейдем. Еще бой нам нужно с тобой сделать. Только после этого уже сможем перебраться. Так, давай мы попробуем найти 16-21. Есть. И возьму, наверное, Усаги. Да, наверное, только Усаги возьму. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Хотя там уже 61 уровень корячится, так что надо быть поаккуратнее. Усаги может не справиться. Особенно если он не повесит постепенный урон. Сам вот эта вот его сама атака, она не, так, не настолько мощная. Мы выигрываем в основном только лишь если он повесит постепеночку. Но тут, в принципе, неплохо. Тут неплохо. Вызываем этих дурачков. И Леонардо выжил, прикинь. Рок, кстати, упал, а Леонардо избежал вот этого удара. Ну, естественно, у него постепенно урон висел, он бы в любом случае бы все. Отдал бы кони. Так, ну что, Сёгун 3 звезды. 79-я позиция. Так, 16-21 они уже мне на автомате дают. Так, мы с тобой возьмем, наверное, здесь Зека плюс. Не надо мне. Возьмем с тобой Леонардо. Зек и Леонардо. Это будет круто. Раз, два, три. Что такое с мышкой-то? Ё-моё, опять проскальзывает. Это очень сильно напрягает, когда вот такое происходит. Когда надо тебе что-то сделать, а оно и не двигается. Ну что, Лео, жги. Жги от души. Как говорится, вали их всех. Вот. Прекрасно. Хотелось бы вообще до Лиги Мастера 2 звезды сегодня вот прям добраться. Но Мастер 2 звезды, это, конечно, громко сказано. Ну а вдруг получится? Кто его знает? Давай-ка я возьму Армагона. Я смотрю, здесь 61-й. У нас кто будет, интересно, по инициативе сильнее? Армагон или Майки? Майки у него 60 уровня, Армагон у меня 100-го. По идее, Майки, ну, довольно шустрый парень, поэтому... Ну, разница в 40 уровней. Сейчас глянем. Да, мы все-таки ходим первыми и, соответственно, Микеланджело сразу выносим. Да и не только его, вообще всю команду выносим. Отлично. Армагон всегда у нас, как говорится, показывал свои результаты вот этих вот мгновенного убийства. С помощью своего камня, валуна этого. Так, сейчас 30-е, да, будет? 34-е, ну... Замечательно, еще два поединка и все. Так, 16-22. Здесь мы возьмем уже, наверное, Шреддера. Видишь, как эффективно и быстро мы с тобой проходим именно по арене. Поэтому я вот, если быть честным и, как говорится, пожелать какого-то вам персонажа быстрее всего открыть, я, наверное, бы все-таки взял бы первым, на кого накопить, это Супер Шреддер. Второй, это, наверное, все-таки Армагон.
третий Леонардо. Четвертый. Нет, третий, наверное, все-таки Усаги. Четвертый будет Леонардо. Вот так бы я, наверное, поставил. Хотя, если... Ну, Леонардо берет, да, постепенно... Ой, Усаги берет именно постепенным уроном. То есть, если он повесил, да, то все. Леонардо, если он не добил противника, то извини. Тут уже, как говорится, повезет, не повезет. Кто там первый сходит, кто там какие действия сделает, неизвестно. Поэтому я как бы все-таки, наверное, взял бы вот в плюс вот эти все дебафы, которые вешаются во время атак. Такие атаки есть у, например, у Бакстера Стокмана, да? Он когда делает свою волну вот эту смертельную, он тоже весь вешает постепенный урон. Маузеры дают чистый физурон. Понимаешь, без всяких накладываний, просто пробежали, бомбанули, уничтожили хорошо, не уничтожили, то уже ничего не попишешь. У Шредера, у него нет чистой физухи. У него вот этот вот удар, который он делает, тут бьет по земле кулаками, да, и вот эти вот шипы. Это все-таки можно сравнить с волной у Бакстера Стокмана. Тоже бьет сильно и вешает постепенный урон. Но только Бакстер Стокман, когда делает свою волну, у него нет какого-то дебафа, вешающего сам на себя. А у Супер Шредера есть. Это понижение меткости. Но, как я уже и говорил, нету. Как бы я не заметил вот такого, знаешь, что он прям промахивается и все. Прям вот, знаешь, как слепой кролик. Нет, он все равно может попадать. Особенно если противник, естественно, там на 10-15 уровней слабее. То есть, как бы для него это вообще не показатель. Да и мало кто выживает после его атаки. Ну, вот как-то так. Так что, вот. И еще, видишь, это на данный момент. Я не прокачал еще Кренга в платиновый ранг и плюс в его все скиллы. И не прокачал еще кроликов. Как бы, может быть, они тоже топовые персонажи, но пока сказать ничего не могу, так как не прокачанные они. И еще не забывай, что скиллы тоже не прокачаны на седьмую ступень. У нас только лишь у Леонардо массовая атака прокачана на седьмой скилл. И все. У остальных, ребята, шестой. Это вот я имею в виду у тех, кто сейчас на сотом уровне. А у остальных там вообще не прокачано не то, что там до шестого. Там они только вот как появились, когда мы их открыли, с базовыми по одному. Вот и все, так они до сих пор и бегают. Почему я и говорю, что когда мы встречаемся с противником, да, 50, ну, например, там 45-50 уровень, и такие же бойцы у меня, 100% мы проиграем. Ну, как бы, может быть, мы выиграем, но мы потеряем с тобой бойцов очень много. Это вот из-за того, что у нас не прокачаны скиллы. И скиллы, когда прокачиваешь, те же тоже дают мощь, скорость. Все у тебя от этого повышается. То есть ты, естественно, персонаж твой становится быстрее, ходить быстрее, живучее, да, начинается больше уклонений срабатывать и тому подобное. Так что прокачка скиллов — это тоже очень много чего значит. Вот смотри, уже 71 уровень, естественно, здесь Супер Шредер один уже вряд ли что-то сделает. То есть он бомбанет, но добить их всех сразу вряд ли получится, поэтому я взял как бы Донателло для прикрытия здесь. Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. Вот, видишь? И вот теперь, как говорится, Донателло идет на добивку. Все элементарно и просто. То есть берешь просто подстраховочное лицо. И все. Это уже начинается уже после 70 уровня. Так, ну что, мы с тобой, скорее всего, сейчас уже зайдем в Лигу Мастеров 2 звезды. Ну и персонажи у нас становится все меньше, меньше и меньше. С каждым поединком их становится все меньше. Так, я вот этих вот ребят возьму на отыгрыш. Вот здесь вот опасно, что мы берем с тобой, например, того же самого Рафаэля 60 уровня, да? И он, кстати, может запороть вот всю нашу вот катку эту. Но опять же, надеемся на Супер Шредера, на его супер атаку. Ты видишь, да, в принципе, она неплохо сработала. Нам надо только уничтожить Донни. Остальные все, в принципе, должны сами по себе падать. Ну и Джастин тут, конечно же, подсыпал свои вони изо рта. Ну и тут великолепно. А дальше уже все. Дальше можно расслабиться, потому что там 70-ники пойдут. 70-ники, несмотря на то, что у него 75-е там пойдут, да, уровни.
мы все равно уже с тобой будем крепко, ну, как бы держаться на ногах. И быстро здесь не упадем. Так, 17-23. Ну, вот смотри. 72-74, да, у него. Вот мы берем с тобой супер шреддер и поехали. Раз, два, три, четыре. То есть пробить с одного удара они не смогут, моих бойцов. А нам нужно продержаться всего лишь на там 1-2 хода. Потому что первую вот так делается удар, да? Потом мы идем с тобой вот так вот сделаем. А он на ком постепенно висит, те сразу же будут уже погибать. Возможно, даже меня карай сейчас подобьет остальных. Нет, не вышло. Тогда пробивной делает Крис. И этот упал у нас от постепенного урона. Ну, все просто. Серии вот эти все, что у нас там есть, там 200-300. Вся та же самая, ребята, тактика. Он в каждой серии повторяется. Нет, иногда, конечно, делаешь какое-то разнообразие, но как только ты начинаешь что-то там делать, хочешь как бы поинтереснее и понове, и все, ребята. Знаешь, как вот это вот. Зачем изобретать велосипед, когда можно ездить на старом рабочем? Все сразу начинает идти не так, как ты хочешь. Абсолютно. Все что-то проигрываешь, начинаешь там это, нервничаешь. Спрашивается, зачем, почему, почему ты не захотел. Вот как вот тут тоже, мы хотели с тобой на равных сыграть, да? Первый поединок, и что по итогу вышло? Конечно же, ерунда. Потому что сразу же нам бомбанули персонажа, и все, тихо, тихо. Сплинтер, ты хорош, давай, завязывай там уже. Разбаловался. Вот, все, зачекрыжили. Ну что, там остается у нас с тобой считанные поединки, считанные бойцы. В Лигу Мастеров 3 звезды, я не знаю, но было бы прикольно, если бы мы с тобой зашли бы туда. Это бы было вообще топчик. Так, Супер Шреддер, у нас еще там 28 откатов. Раз, два, три, четыре. Ну и да, последний поединок. Скорее всего, мы зайдем в Лигу Мастеров 3 звезды. Так, делаем с тобой шипы. Окей, и брусим кунай. Единственное, что вот этот вот, ну-ка, давай паутинку, наверное, сделаем с тобой. А если вот так? Замечательно. Крысиный король. Ребят, мы пока не сможем его прокачивать, да? Потому что переключаемся с тобой на Макмана и как бы занимаемся им вплотную. Крысиный король у нас прокачиваться будет уже, наверное, после Макмана. Так, ну что, 43... Нет, не перейдем мы с тобой дальше. Не хватит, но поединок все-таки один сыграем. Змейковьюн, крыса. Дальше идет у нас Супер Шреддер. Давай возьмем, наверное, Армагушу и Леонардо. Вот так вот. Быстренько вот этой командой сейчас раскручим их всех. И, в принципе, можно будет закругляться, да? Ну-ка, давай. А завтра нам просто надо будет с тобой дойти до топового места. И все, в принципе. Остается только лишь фармить Кренга. Ну, Кренга, Бибоба, Рокстеди, вот этих всех наших персонажей. Но не забывай, что нужно еще 5 ДНК на Кренга получить, чтобы нам успокоиться. Так, место мы с тобой займем где-то 20-е, наверное, да? 23-е. 23-ю позицию мы с тобой заняли. Ну и, в принципе, ребят, все. Больше нам пока здесь делать нечего. Будем спокойненько закругляться. И увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.